Всем привет, с вами канал Техномастер. Сегодня у нас очередной обзор из магазина. Посмотрим, что же есть в магазинах сейчас в наличии, что почем, и поговорим о том, что можно брать и от чего лучше держаться подальше. Так, пойдем по порядку. Что у нас есть? Хайер. В принципе, эта машинка была в обзоре в полном. Что про нее хочется сказать? Ее плюс в том, что она достаточно узкая, то есть у нее полная глубина с учетом люка 44,4 сантиметра, при этом хороший вес около 62 килограмм. Вот, поэтому машинка, если с глубиной до 45 тысяч, очень даже неплохая. Она с инверторным двигателем, разборный бак, 205-206 подшипники, насколько я помню. Единственное, что здесь цена какая-то слишком высокая. То есть около года назад эту модель можно было купить в районе 25 тысяч. То есть сейчас в среднем в районе 37-40 есть аналогичных моделей. У них их очень много. Вот. Поэтому если с глубиной до 45 сантиметров, можно рассматривать. Нюанс в том, что модуль инвертора располагается под баком. И если будет протечка, то есть манжета, например, порвется в нижней части, или, что бывает крайне редко, пробьете чем-то бак, то модуль может залить. Там это управление двигателем, плата, она находится прямо под подшипниками. Ну, то есть, если будет течь, то вода, может быть, мимо пройдет, может быть, попадет. Все зависит от того, как она будет течь. Если попадет влага, то, конечно же, могут быть серьезные проблемы. Поэтому, как я когда делал обзор, рекомендовал, что если поставить какой-то козырек над этим модулем, то тогда намного приятнее себя можно будет чувствовать. Дальше Hisense. Такая вот модель. Hisense была одна модель на обзоре. Если говорить про Hisense, это крупный китайский производитель. Hisense сейчас владеет компанией Garena. Garena владеет компанией Asco, поэтому Hisense такой производитель очень солидный. И, в принципе, то, что они делают, делают хорошо. Модель, которая была в обзоре, мне очень понравилась, потому как она сделана. У них разборный бак, тоже массивные подшипники, качество сборки просто было шикарное. Единственное, что в Hisense мне не понравилось, мало набирало воды. Но опять-таки тот человек, который купил ее, потом после обзора не жаловался. Модель с инверторным двигателем, с кнопочным управлением. Полная глубина, точнее глубина получается 43,5 сантиметра, то есть с учетом люка будет чуть больше. Но 34 тысячи, в принципе, для инверторной модели очень даже адекватная цена. Идем дальше. Beko, вот такая модель. Получается глубина 44 сантиметра. Аналогичных моделей тоже у Beko достаточно много. Собираются эти модели в России. Здесь инверторный двигатель. И в чем ключевая разница? Таких моделей несколько, как я говорил. У некоторых вес 56 килограмм, некоторые чуть потяжелее, около 62. Соответственно, аналогичные машинки, если какая-то из них легче, значит что-то вытащили. Вот, поэтому, если как бы вам нравится легко, ищите такую модель максимально тяжелую. В принципе, по всем характеристикам неплохая, но важно понимать, что в модели с инверторным двигателем у них более сложная электроника, и если с ней будут проблемы, то далеко не каждый мастер сможет этот отремонтировать. Если получится отремонтировать, то стоимость ремонта будет очень даже не маленькой. Дальше посмотрим. Такая вот Midea. Midea — это тоже очень крупный китайский производитель. Компания Midea делает очень много стиральных машин для других торговых марок. Вот. Но для себя они делают тоже очень даже неплохо. Глубина, как мы здесь видим, 40 сантиметров. Для 40 сантиметров должен быть тоже соответствующий вес. То есть в среднем машинка должна иметь вес около 60 килограмм. Если она где-то 55 килограмм, как это делает, к примеру, Samsung, 54 килограмма, то на больших оборотах с большим количеством белья машинка может прыгать. Вот. Такие могут быть проблемы. Midea дает 2 года гарантии. Вот насчет разборности бака сейчас вам не скажу, но если получится это узнать, то вставочкой это сделаю. Еще одна модель от компании Hisense, тоже выглядит очень хорошо, с большим люком. Вот, в принципе, тоже
кнопочная. Ну вот у них там селектор переключения программ, кнопочки, все нажимается хорошо. Люк такой плотненький. В целом приятная машинка. Это какой-то ноунейм. За 30 тысяч даже рассказывать неинтересно. Вот, Hire, в принципе, аналогичная той модели, что мы смотрели в начале. У них загрузки бывает написано 6 килограмм, 7 килограмм, а машинки в целом аналогичные. Но вот эту модель они сделали более упрощенной, не так давно она появилась на рынке. Дисплейчик маленький, кнопочки уже не сенсорные, а механические. Не знаю, поменялось ли у них что-то внутри, но, в общем, это уже модель удешевленная. Вот, поэтому вполне возможно, есть внутри какие-то перемены. Вот, та же самая Beko, о которой мы уже говорили. То есть важно для тех, кто присматривается к ним, смотреть, чтобы вес был хороший. Собираются Beko узкие в России, но 2 года гарантии. Вот это, конечно, некий плюс. Ну и по соотношению цены и качества для модели с инверторным двигателем и хорошим весом, как бы все очень неплохо. Вот вопрос только того, сколько электроника, в частности инвертор, управляющий двигателем, проживет. Samsung. Классическая модель, которая уже выпускается много лет. Вот. В целом модель хорошая, по обслуживанию очень доступная. Разборный бак, обычно 204-205 подшипники, насколько помню, ставятся внутри. Все необходимое есть по программам. Минус только в чем вес. Вот у них вес 54-55 килограмм. И на больших оборотах с большим количеством белья машинка бывает сильно вибрирует. Вот это надо учитывать. То есть если у вас дома деревянные полы, то явно это не ваш вариант. Если полы ровные, бетонные, то есть хорошее основание, и если вы машинку не перегружаете, то в принципе можно рассматривать эту модель. Следующая модель от производителя Artel. Artel — это узбекский производитель бытовой техники и электроники. Данной модели вес около 60 килограмм, по габаритам она около 50 сантиметров, вероятнее всего без учета люка. Не распространенная в нашей местности стиральная машина и производитель. По характеристикам все очень даже неплохо, но насколько она хороша, думаю, только время покажет. Так, еще одна Hire, то же самое, удешевленная модель, с маленьким дисплеем и уже с механическими кнопочками. Горение. Вот такая вот у нас горение. Если сказать про производителя, это европейский производитель, в Словении базируется, и многие приборы, скажем так, наилучшего качества стиральные машины, они собирают в Словении, сушильные машины собирают в Словении, но уже более удешевленные они собирают на заводах в Китае, вероятно, на заводах компании Hisense. Вот, потому что даже если посмотреть, все так очень похоже. Как и у Hisense кнопочки, дизайн. Вот, поэтому это уже не европейское горение. Но сказать, что она плохо собрана, ну, думаю, тоже некорректно. Потому что на хорошем заводе, вероятнее всего, собирается. Стиральная машина с сушкой. Важно понимать, что вот эти вот цифры 8 килограмм. То есть у нее 51 сантиметр глубина. При всем желании 8 килограмм сюда никогда не поместится. То есть в полноразмерную стиральную машину, у которой глубина без учета люка 55 сантиметров, может поместиться там, ну, 7 килограмм белья, может чуть больше. Вот, а здесь написано 8. Но, естественно, 8 килограмм здесь не поместится. Если поместится здесь килограмм 5,5-6, то хорошо. Сушку пишут 5 килограмм. Опять-таки, для сушки 1 килограмма белья требуется примерно 16 литров свободного пространства. Ну а для стирки, если кто-то не знает, для 1 килограмма белья требуется 8 литров свободного пространства. Вот, соответственно, важную роль играет объем бака. Чем бак больше, тем больше можно загружать белья. То есть, соответственно, сушить здесь вообще можно там килограмма 2 от силы, иначе сушка будет очень долгой. Это, кстати, отдельная тема. Есть на канале видео по поводу того, стоит ли покупать стиральную машину с сушкой. Но если сказать в двух словах, то стиральная машина с сушкой какие минусы имеет? Она сушит при высокой температуре. Белье будет давать усадку, белье будет сохнуть долго, и цикл сушки будет длительным. Вот, потому что там происходит подогрев воздуха теном, поэтому высокая температура белье дает усадку,
Сама сушка происходит за счет того, что вода постоянно холодная подается на стенку бака. Стенка бака охлаждается и конденсирует на себя нагретый влажный воздух. То есть поэтому сушка происходит долго. И нету системы фильтрации. Кто пользуется сушкой, хорошо знает, что после каждого цикла сушки очень много остается ворса, который нужно чистить с фильтра. Здесь нету этого всего, поэтому много ворса оседает просто внутри. И, соответственно, запах свежести в скором времени может пропасть. И сушка может забиться, что периодически и случается. Поэтому многие получают глубокое разочарование, покупая стиральную машину с сушкой, чтобы сушить белье. Для сушки белья нужно покупать сушильную машину. Там все продумано. Так, Хайер. Вот, кстати, вариант. Как раз более доступный по цене. 41 тысяча. А, ну это тоже уже с маленьким дисплейчиком. Кнопочки тоже здесь уже механические. В общем, тоже уже моделька такая удешевленная. Еще одна от компании Midea. Если рассматривать полноразмерные варианты, то хорошо, чтобы вес был хотя бы 65 килограмм, а лучше 70. Вот, потому что загрузка больше белья, особенно кто стирает по многу, чем больше вес, тем устойчивее стиральная машина будет стоять. Идем дальше. Вот у нас есть еще Bosch. Полноразмерная Bosch. Вот мы видим, с какими иероглифами. Сейчас Bosch стали собирать в Китае. Раньше полноразмерные, ну и они, в принципе, сейчас еще есть стиральные машины Bosch, есть, которые собираются в Турции, а чуть раньше были те, которые привозились из Германии. Но сейчас, учитывая, что параллельный импорт у нас хорошо работает, вполне возможно, что и есть модели, которые привозят с Германии. Германские, турецкие, классные машинки. Полноразмерный Bosch, у них хороший вес, они с инверторными двигателями. Вот. Но то, что собирается в Китае, жалоб я пока не слышал. Но как там качество внутри, не заглядывали, не смотрели, поэтому пока точно сказать сложно. Идем дальше. LG. Это у нас модель на 8,5 килограмм, якобы. Полная глубина с учетом люка у нее 53,5 сантиметра. Все стиральные машины LG имеют систему прямого привода, то есть у них нет стиральных машин с приводом через ремень. Соответственно, все стиральные машины с инверторными двигателями. В чем плюс? В плане электроники стиральные машины LG остаются одними из самых стабильных в работе. То есть если уже попадаются свежие машинки Bosch, свежие Самсунги, что у них начинаются проблемы с электроникой, то LG пока как бы держится в топе в этом вопросе. В данном случае, именно у этой модели, проблема в том, что она тоже имеет некий элемент удешевления. Вес у нее 56 килограмм должен быть. Ну вот можно посмотреть, проверить. За счет чего это верхний противовес снят. То есть есть у LG камни стоят здесь противовесы, и сверху один. И они удешевляют некоторые модели, то есть снимают верхний противовес. Вот. Поэтому эта модель уже более легкая, соответственно, будет более шумная. Но есть такие модели, которые имеют вес 60 килограмм, они, конечно же, будут получше. А так, по обслуживанию LG, наверное, остается одной из самых доступных по запчастям. Удобная очень она в обслуживании. Вот. И надежная электроника. Ну, система прямого привода, то есть нет ремня, нет подшипников в двигателе. Это тоже очень классно. И LG с 2003 года уже делают такие машинки. Все у них отточено, слажено. Ранее у них было слабое место в двигателе. Это таходатчик, который выходил порой из строя. Но они это дело доработали, вообще его убрали. И теперь этого слабого места нет, то есть все работает в целом хорошо. Все, конечно, ломается, ничто не вечно. Вот, но в целом по соотношению цены и качества сейчас LG очень даже неплохие машины, но не те, которые облегченные. Хайер. Ну, по поводу Хайер, это у нас модель тоже с сушкой. Была у нас тоже стиральная машина. Сушка у нас не было в обзоре, но у нас была, может быть, сейчас еще попадется, с ультрафиолетом. Полный обзор был стиральной машины. Честно говоря, мне вообще не понравилось. То есть, если модель, о которой мы говорили чуть-чуть раньше,
она еще хотя бы собрана так более прилично. Там проблема только в том, что модуль под баком. То есть здесь там контакты на двигателе, вот это вот все, как все собрано, это, честно говоря, прям грусть. Поэтому Hire за такую цену безумную, точно. То есть можно реально машинки лучше купить. Так, LG. Вот мы видим LG. 45 сантиметров у нее глубина. Так, сейчас мы посмотрим, какая здесь, какие модели. Тут у них две рядом стоят. В общем, про эту, если сказать, если вы рассматриваете стиральную машину все-таки с сушкой, то LG это оптимальный вариант. Вот, в принципе, про LG все то же самое. Здесь двойное остекление, то есть стекло наружнее, стекло внутреннее. В чем плюс? Если высокая температура, 90 градусов, стирка идет, то это стекло, оно не нагревается. Если у вас маленькие дети, это большой плюс, они не обожгутся, потому что когда высокотемпературная стирка, то белье нагревает, стекло нагревается очень сильно, но реально горячее. Вот. В чем минус этой модели? Тоже делал выпуск видео отдельного по поводу полностью сенсорных стиральных машин LG. Проблема в кнопке включения. Она располагается очень близко к лотку, где поступает вода в порошок. Вот. Соответственно, вот эта часть, она во влажной среде, и со временем бывает такое, что кнопка включения отказывает. И это очень большая проблема. Поэтому, если вы планируете, например, стиральную машину поставить на кухню, где влажности не будет, то, я думаю, никаких проблем не будет. Если вы планируете ставить ванну, где у вас прям так это, ну, скажем, влажная среда яркая, то не самый лучший вариант. Или, как я видео делал, показывал, можно просиликонить окантовку. То есть ту машинку, которую мы делали, видео просиликонили, она уже достаточно долгое время работает как раз в ванной. Вот, и никаких проблем нет. А в целом, по соотношению цены и качества, вариант хороший, но лучше брать LG такую с селектором переключения программ. Надежнее будет. Идем дальше. В общем, еще Midea. В отношении Midea, если вы нашли машинку с хорошим весом, соответственно, там, если это 45 сантиметров, там, около 60 килограмм, и у вас выбор стоит между тем, чтобы взять инверторную и коллекторную, потому что они делают и с инверторными двигателями, и с коллекторными, причем разница в цене у них может быть не очень большая, то имейте в виду, с коллекторным двигателем стиральная машина будет чуть-чуть более шумная в силу того, что угольные щетки трутся об коллектор. Но при этом коллекторный двигатель и управление коллекторным двигателем, оно простое. То есть там ломаться особо нечем. Есть семистры, которые управляют двигателем, релюшки, которые переключают работу двигателя, реверс делают. То есть несложное управление. Могут закончиться угольные щетки сколько-то лет, но меняются они опять-таки элементарно. То есть эта машинка с коллекторным двигателем более шумная, но более простая и доступная в обслуживании. Вот, с инверторным двигателем более тихая, но если поломки пойдут по части двигателя, то это отремонтировать порой очень тяжело. В некоторых случаях даже невозможно. Просто имейте это в виду при выборе. Идем дальше. Стиральная машина Deo. Буквально недавно у нас была такая модель, только это на 10,5 килограмм. У нас была на 6 килограмм. Мы делали на нее обзор. В целом мне машинка понравилась, у нее хороший вес. 60,5 килограмм был, но это у 6-килограммовой, это еще тяжелее. Не помню точно какой вес, но помню, что хороший. Смотрел ее отдельно. Собирается в Турции, видимо, на заводе Vestal, потому что модуль верхний стоял с логотипом компании Vestal. Видимо, они собирают. В целом, мне понравилась машинка. Вот у них есть модель с коллекторным двигателем и с инверторным двигателем. Две модели такие из этой линейки. Получается, насколько я помню, на 6 килограмм с коллекторным, на 7 с инверторным. Ну, точно сейчас не скажу, не буду придумывать. В общем, модели с инверторным двигателем, та же самая система. То есть, сколько будет модуль инвертора работать, это вопрос. А модель с коллекторным двигателем очень даже надежная. Поэтому, в принципе, достойные достаточно такие стиральные машины. Можно смело тоже рассматривать покупки. Единственный нюанс,
который мне тоже сообщали, что у этих стиральных машин бывает такое, что есть ржавчина. Вот здесь я не вижу, но я видел в магазине тоже, что по бокам образуется ржавчина. Я, может быть, потом вставлю видео, если в других магазинах найду кусочек. Вот в связи с чем это, сложно сказать, потому что ржавчина обычно никогда не появляется. Здесь же всегда влажная среда, но тем не менее, такое вот бывает. Вот. А в целом, по соотношению цены и качества, особенно та модель, которая была в обзоре, она там около 25 тысяч стоила, очень даже была интересна. Канди. Так, это у нас уже пошли сушильные машины. Про сушильные машины мы поговорим, если что, отдельно. Так, горение. О, вот LG. Так, LG есть цена. Цены не вижу. Это прямо классическая модель. Их уже осталось не так много. Еще с кнопочным управлением. Сейчас свежие модели уже стали делать сенсорные. Но вот эта вот LG очень даже хорошая модель. Полная глубина с учетом люка. У нее 49 сантиметров. Она бывает на 5 килограмм, на 6, на 6,5, на 7. Но если глубина 45 сантиметров указана без учета люка, то это все аналогичные. Просто разные надписи пишут, чтобы сделать якобы ассортимент. Минус этой модели только в том, что здесь нет температуры в 30 градусов. Вот сейчас на сенсорной панели уже стали это делать. Вот. А во всем остальном, в принципе, все нормально. И дополнительное полоскание еще здесь поставить нельзя. То есть отдельно только после стирки можно запустить полоскание плюс отжим. Вот. Это одна из самых доступных по запчастям модель. Вот это вот манжета очень ходовая. 205-206 подшипники, разборный бак, вот, также система прямого привода. В общем, по соотношению цены и качества вариант хороший. Вес около 59 килограмм, что вполне хорошо для таких габаритов. Еще одно горение, но очень похоже на ту, которую мы уже смотрели. Так, посмотрим. Хайер. Ну вот, в другом дизайне, но отдавать за Хайер такие деньги, это ж ой-ой-ой. Да, вот Хайер тоже из рубрики узких. Вот видите, уже на 7 килограмм. Но при этом по габаритам она, здесь на ценнике габариты у нас не указаны. Ну, в общем, она такая же узенькая. Тоже 44,4 сантиметра, только другой цвет. Здесь уже полностью сенсорные кнопки. Также инверторный мотор. В общем, та же самая модель, только в другом цвете. Написано 7 килограмм и стоит уже не 40, а 53. Представьте, какая разница. Вот как раз LG, про который я говорил. Уже обновленная моделька. И вот это у нас уже товар параллельного импорта, судя по модели. Очень похоже, во всяком случае. Получается, уже полностью сенсорная эта панель. То есть кнопок здесь нет. А так все аналогично. То есть здесь 5 килограмм, ой, 7 килограмм, там было 5 килограмм. Но при этом габариты, вот 44 сантиметра. И здесь, и там. Это без учета люка. С учетом люка 49 сантиметров. То есть абсолютно одинаковые машинки, только там написано 5 килограмм, здесь 7. Ну, единственное, что управление, да, управление уже разное. Samsung, тоже инверторная модель, про которую мы уже говорили, она у нас чуть-чуть раньше была. Все хорошо, вот только напомню, что проблема с весом, что они слишком легкие. Поэтому для них нужно хорошее основание и не перегружать их. Грюндик. Ну, честно говоря, не заглядывал, но это у нас стиральная машина. Сейчас посмотрим. Да, стиральная машина. Ну вот смотрите, стоят рядышком с Бико. Абсолютно аналогичные. По селекторам. Очень похожи, как сделаны. Грюндик — это торговая марка. И многие приборы для них делает как раз турецкая компания Бико. Но в данном случае, может быть также на заводах Бико и собирается грюндик. Так, что у нас дальше? Тут Медея на этой стороне, Вирпул.
Но всего, что касается, честно говоря, Whirlpool, Indesit, Ariston, я думаю, что стоит обходить стороной. Полноразмерная стиральная машина, стирка плюс сушка. Я буквально недавно был на ремонте, была Whirlpool, тоже итальянская, причем ей было чуть больше года, у нее уже сгорел тен. И когда я ремонтировал, качество пластика, это просто вообще ужас. И через год тен сгорел, понятно, что накипь, она делает свое дело, но не через год же. То есть, чтобы у LG тен сгорел через год, такого я еще не встречал. А вот у них бывает, поэтому явно эти деньги тратить стоит на что-нибудь стоящее. Грюндик, еще одна LG, ну, в принципе, то же самое, только, видите, уже на 6 килограмм. Глубина такая же, 44 сантиметра, цена 47 тысяч. И эта модель тоже с сенсором уже управления. Вот еще торговая марка Хай. Насколько я понимаю, они тоже заказывают свои приборы. Ну, может быть, они в разных местах заказывают, но я встречал турецкие. Может быть, даже тоже компания выставил для них что-то делает. Хотел я взять одну машинку на обзор, чтобы чуть детальнее посмотреть различные нюансы, но пока не было возможности. Но это бюджетные такие стиральные машины, и очень многие у них слишком легкие. То есть там чуть больше 50 килограмм. То есть, если эта машинка 45 сантиметров, то надо, чтобы было хотя бы около 60. А вот Deo, как раз, про который я говорил, как у нас была в обзоре. Да, на 7 килограмм модель. Ну, в принципе, про нее уже все рассказал. Если будет интересно, то можно на канале зайти посмотреть. Буквально недавно этот обзор был у нас. Так. Ждал я, пока продавцы уйдут, чтобы можно было спокойно снять. Тут у них еще покупатели были, чтобы их тоже не отвлекать. Так, Самсунги. Но Самсунги полноразмерные сейчас как-то не сильно славятся стабильностью в работе, поэтому тоже думаю, что не лучший вариант. Вот еще одна модель. Те, что собираются в Китае, вроде бы по сборке хорошие, но в последнее время что-то с электроникой стали какие-то проблемы происходить. Что такое система EcoBubble Samsung? Не все это знают. Это стоит еще один слюной насос здесь, в нижней части. И этот слюной насос гоняет воду по кругу. Вот и все. То есть вода с бака уходит, проходит через насос и возвращается. И как бы обогащает воду кислородом, содействует более быстрому смешиванию мыльных растворов. Ну, как бы, на мой взгляд, это больше маркетинговая фишка. Не знаю, чем она помогает, но вот Samsung такое практикует. Гигант Канди. Но это кому надо под раковину маленькую машинку. Тут, в принципе, выбор невелик. Такая есть малютка. Так, Midea. Вот. Вот это я тоже думал, для чего это вот реально? Неужели люди пользуются? То есть получается двойная стиральная машина. Это стиральная машина-сушка LG. Сама по себе моделька классная. То есть заряженная прямо очень хорошо. Здесь турбовож. А турбовож — это что такое? Есть турбовож, просто форсунка стоит здесь, она прям бьет в белье, чтобы быстрее его намочить. А здесь турбовож 360, то есть 4 форсунки стоит. Ну, не форсунки, а в данном случае манжета так сделана. И получается, со всех сторон белье поливает, быстрее оно намокает. Не знаю, опять-таки, насколько это нужно, но вот есть такое. Видимо, может быть, как-то помогает именно в быстрых стирках, чтобы быстрее смочить белье. В общем, здесь стирка, сушка по такому же циклу, то есть сушить будет, но мало места для сушки, нет системы фильтрации, сушка с нагревом, ну, где используется тен, так что проблемы все те же самые. И вот получается маленькая такая стиральная машина, еще снизу. Вот. Не знаю, что вы думаете об этом, вот, честно, не знаю, насколько это вот нужно. То есть, когда здесь что-то стирается, и вдруг забыл что-то еще постирать. Или, например, если день стирки, чтобы сразу, например, отдельно какие-то вещи. Здесь там, не знаю, черные ткани, например. Здесь цветные вещи. То есть, может быть, для этого. Ну вот, интересная модель. Цена у него, в принципе, цена такая адекватная. Потому что в любом случае такая стиральная машина полноразмерная, которая собирается в Китае, LG, она будет стоить
ближе к 70 тысячам, учитывая, что здесь еще навороты такие в виде еще одной стиральной машины и сушка есть. 110 тысяч такая, ну, на мой взгляд, адекватная цена для LG. Вот, ну, в принципе, то же самое LG. Но имейте в виду, да, что если в такой стиральной машине вот здесь вот что-нибудь сломается, вот в нижней части, то есть тут-то еще, может быть, не проблемно будет, а вот в нижней что-нибудь части сломается, то это не каждый мастер отремонтирует. Там еще надо будет разбираться, потому что такое, ну, вообще, ну, не то чтобы редко, такое не встречается. Это вот LG такая моделька уникальная. Так, ну что, вот здесь как раз хай дешевый, вот они, индезиты. Ну, в отношении индезитов, что стоит сказать, они доступны по обслуживанию. В принципе, баки у них не разборные, баки не разборные. Электроника сейчас так себе у них делается, но при этом они прошиваются, мастера в них меняют подшипники закрытыми глазами, несмотря на то, что баки неразборные. Вот, поэтому, ну, не знаю даже, стоят ли они своих денег, все-таки там цены такие, за 18 тысяч немного чего себе можно позволить купить, но если они там 3-4 года отработают, то хорошо. Но реально бывают случаи, когда через год, я уже сам был на заказах, с электроникой начинаются проблемы, там через 2 года у людей уже подшипники разваливаются в баке, а замена подшипников в таком неразборном баке — это в наше время там 5-6-7 тысяч точно нужно отдать за ремонт. То есть это ремонт не из дешевых, учитывая, что машинка стоит 18. Но кто выбирает до 20, выбор не такой большой, в принципе, поэтому приходится выбирать из того, что есть. И, на мой взгляд, есть варианты поинтереснее до 20 тысяч, которые можно найти. Так, также Канди, Бико. Если у вас какие-то есть вопросы по стиральным машинам, то пишите, тоже буду рад обсудить все моменты. Вот эта линейка Индезит, ну, в принципе, все то же самое. То же самое управление, та же самая проблема с баками. Просто в некоторых моделях подшипники чуть-чуть помассивнее ставят. Где-то даже на больших стиралках Индезиты ставят 202-203 подшипники, еще и слабенькие. Вот. А где-то могут поставить, насколько помню, 204-205. Так, ну и остался у нас последний ряд. Сейчас посмотрим, что там есть. Ну, в принципе, здесь вот тоже Хайер и Грюндик. Вот. Так что, видимо, все, что есть в этом магазине. На этом наше видео подходит к завершению. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Не так давно мы провели опрос, какая стиральная машина самая популярная среди подписчиков нашего телеграм-канала. Ссылочку на этот опрос оставлю в описании. Если интересно, можете тоже посмотреть. Если вам нужна помощь в подборе бытовой техники, в частности стиральных машин, сушильных машин или другой техники, обращайтесь в личку, информация под этим видео. На этом все. Желаю всем хорошего настроения, успешных покупок и до скорых встреч на YouTube.